Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Слипкар». Ссылочка в описании. Ребята, мы вчера в полной темноте разместились. Вот так вот. Скала. Новые данные надо покупать. Настя еще вчера спрашивает, она, интересно, крепкая, а ночью прям реально стрёмная какая-то. Вот, тут у нас получается пляж, надо на него спускаться. Сейчас, может, подлечу, покажу. И что ночью было, проснулись, и у меня тапка нет. В итоге я его нашел в 100 метрах отсюда. Погрызанный. Погрызанный. Что делать теперь, не знаю, у меня даже запасных нету. Буду ходить вот так. Ладно, ребята, полетели. В общем, ребята, в Балаклаве история следующая, что до всех пляжей нужно доезжать. Ну вот, собственно, либо на машине, либо там пешком куда-то ходить на какие-то пляжи. Но чаще всего ты просто берешь лодку и плывешь. Ну, катер, там такие какие-то рейсовые. Там расценки порядка 100 рублей стоят в одну сторону, 100 рублей в другую сторону. А сейчас вот здесь вот выскочит прайс. Вот, мы до одного такого пляжа, называется Василий. Мы доехали, здесь же переночевали и сейчас спускаемся вниз, чтобы туда попасть. Вот такая, друзья, здесь дорога. Обрывы, цвет воды, конечно, все кайфово. Артём, маме руку дай. Так вот мы спускаемся. Пока лестницы нету. Проходим, проходим. Давай, 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 давай. Так, мы тут пойдем обойдем. Здесь, по-моему, получше. Давай, 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 Родион. Вот, видите, кораблик пришел, приплыл, привез отдыхающих. Ну, вообще, в принципе, да. Лучше всего здесь на кораблике. Но посмотрите, какая водица, друзья. Кайф. Аккуратно, аккуратно. Сначала мы шли вниз, теперь мы идем снова вверх, но уже, да, по лесенке, чтобы добраться туда, в самый низ. Ладно, пляж Василий. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, Родион. Надо виноград. Так, и походу нам вот сюда. Здесь есть смотровая площадка. Ладно, пойдемте. Я вам, конечно, покажу, как это все выглядит. Опа. Опа. Вот так, друзья. Вот начинается вот такая бетонная дорога. Вот можете видеть, что все такое пыльное, потому что здесь действительно очень сильная пыль. Ну а дальше начинаются уже ступеньки. Вот мы видим лесенку. Сейчас посмотрим. Так, вот смотрите, какая фотозона. Вот если бы она была зеленая, было бы классно. Так она белая, все в пыли. Так, вот. Лесенка. Артём, справа иди. Справа иди. Справа иди. Ну потому что, Артём. Есть. Лесенка. Ой, лесенка, господи. Лавочка для передышки. Ну что, ребята, я на полпути к пляжу Василий. Это новенький выпуск. Я хочу вам его показать, чтобы вы понимали, куда идем и стоит ли вам сюда ехать. Но здесь красивая вода, раз. Сложный спуск 2 и просто красиво 3. Пошлите.
В общем, друзья, вот так вот по лесенкам мы идем. И видим вот такой вот вид шикарный. Вот они, кораблики все подходят, они с Балаклавы привозят сюда отдыхающих. Так вот. Вот все наши. Сколько ступенек, не знаю, не считал. Кто знает, сколько здесь ступенек, напишите в комментариях, пожалуйста. Смотрите, какая, да, водица? А там дальше, я так понимаю, это водоросли. А вот цвет воды, как на западе. В общем, я решил Родиона перегрузить на меня, потому что идти мы так будем до самого обеда. Придем ноги помочь, и уйдем обратно. А хочется немножко поваляться, покупаться. Вот, Тёмка идет своими ногами. Но как мы будем подниматься наверх, это, конечно, вопрос. Так, вот осталась совсем малёха. Вот мы, получается, откуда-то оттуда вот аж пришли. Видите, как много-много всего преодолеть. И вы попадаете на удивительный, замечательный, широченный, галечно-песчаный пляж с очень красивым цветом воды. Ну все, друзья, мы почти пришли. Та-ра-та-та. Все, осталось совсем маленько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Мы на пляже, Василий. Фу. Смотрите, с какой высоты мы поднялись. Конечно, лазь, Родион. Ты устал? О, конечно, устал, Родион. Вот так вот, друзья, это выглядит все здесь. Есть бунгалы, прокаты, мусорки, туалеты. Широкий, красивый, кайфовый пляж. Вот видите, прям большой теплоход туда шел сюда. Привез тоже отдыхающий. Вот все сейчас высадятся, и пляж, я так думаю, часа через... Через час, через два будет вообще битком тут. Так, пошлите пробовать воду. Ну такая же прохладненькая, как на западе. И цвета какой. Видите, какая. О, рыбка. Подплыла к нам. Смотрите, рыба, да, Артем? Да, рыбы, да. Смотрите, их тут много. Вон, один. Вот еще. Совете высадил и поплыл дальше. Традиция с утра позавтракать и искупаться. Забыл. Давай. Фитнес такой вообще. Давай, плыви. Давай, ныряй, Най. Давай. Давай, давай, давай. Давай скорее. Мари, рыбки прям с тобой рядом плавают. Ну вон, видишь, черный. Давай. Здесь есть кафе, переодевалки, есть вот бесплатный туалет, здесь прокаты, гидроциклы, бананы. За гидроцикл узнал, стоит 1500 на 5 минут, то есть на 500 рублей дороже, чем везде в Крыму, где мы были. Ну и, собственно, все, друзья, мы сейчас поднимаемся обратно и поехали. Вот такой вот, ребят, получился небольшой обзор на пляж Василий в Балаклаве. Напишите комментарий, поставьте лайк выпуску. И спасибо огромное, что посмотрели. Ну, подписка на канал, конечно же, приветствуется. До новых выпусков. Вот уже 10 утра, и видно, людей поприбавилось. Мы уходим, а люди, вот видите, спускаются, и приходится разминаться. Так, кораблики тоже подплывают, привозят все больше людей. Ну да, часов 12 здесь будет, конечно, аншлаг. Поэтому мы этого ждать не будем. Накупались, насладились и валим.
пляжу к этому идет вот такая вот дорога, достаточно разбитая, убитая. И она причем серпантинная. Сейчас я вам покажу эти зигзаги. Идет, получается, она резко-резко в гору.